председателю Федерации художественной гимнастики Николаевской области. Сразу говорю, что я не председатель, а президент, то есть опять не туда. Радман Лилии Федоровне. Потом пишет мне президент Федерации художественной гимнастики Николаевской области. Фамилии нет. Заявление. Прошу вас, значит, на выборной конференции рассмотреть мою кандидатуру на председателя Федерации художественной гимнастики Николаевской области. Подписано Жайвар Васильевна. Что хочу сказать по этому заявлению? Считаю его как текст, так и все остальное полностью абсурдным, потому что Сергей Иванович у нас футболист, у нас есть спорта художественной гимнастики, он очень тонкий, в нем очень много нюансов, надо разбираться в судействе, в наборе, в заборе, проводить соревнования, и как бы, ну, Сергея Ивановича нет, но кандидатура есть. Причем непонятно, на председателя или на президента. Ну почему такая художница не может быть президентом Федерации по футболу? Ну это просто уже не... Продолжаю. У нас есть федерация футбола. Дальше у нас сейчас не федерация по футболу. Извините, пожалуйста, не мешайте проводить конференцию. Дальше поступило заявление президенту ВОПГНО, НО Николаевской области, Дратной Лилии Федоровны, от Бутенковой Дмитриевны. Прошу вас рассмотреть его кандидатуру на пост президента Федерации художественной гимнастики на отчетно-выборной конференции. Ничего зазорного в этом все не вижу. Пожалуйста, тренер по художественной гимнастике. Единственное, тоже обращаются в неформальную организацию, а просто, ну, в общем, юридически. Здесь два заявления написаны одинаково. Такое же заявление от Людмилы Сергеевны. Я считаю, что полное право не имеет на существование. Пожалуйста, у нас сейчас будут выборы. Есть. Сколько у вас кандидатов? Кандидатов, ну, я не знаю, мы поддерживаем или снимаем кандидатуру Сергея Ивановича. Действующий президент. Идет. То есть 4 кандидата. У нас же было собрание перед этим. Почему не сказали, что это не подходит? Мы бы перечитали. Опять, вот еще не член федерации, а мы делаем. Ну, просто же было.